На минувшей неделе сотрудники ГАИ проверяли, пристегиваются ли водители и их пассажиры. Профилактические мероприятия на дорогах Лидского региона прошли с 13 по 17 декабря. В эти дни дорожные инспекторы контролировали, соблюдают ли автолюбители правила перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних, а также используют ли ремни безопасности и детские удерживающие устройства. В результате рейдовых мероприятий сотрудники выявили порядка 30 подобных нарушений. Всего же с начала года из-за непристегнутых ремней безопасности к административной ответственности были привлечены более 3500 водителей. Напомним, сегодня за это нарушение можно получить штраф до 185 рублей. Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД в период проведения профилактических мероприятий «Пристегнись» использовался гласный смешанный контроль за дорожным движением. В рамках данных мероприятий было выявлено 22 нарушения со стороны водителей, которые были не пристегнуты ремнями безопасности, а также 7 нарушений неправильной перевозки детей. С начала года в регионе зарегистрировано 36 ДТП. При этом в 3 из них пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности. Когда человек не пристегнут ремнем безопасности и, не дай бог, попадет в дорожно-транспортное происшествие, он рискует причинить увечья своему здоровью, независимо от того, где он сидит, на переднем сиденье либо на заднем. Поэтому пристегнутый ремень является гарантом вашей безопасности.